Пока мы готовили наш сюжет к эфиру, на Старом Люберецком кладбище к устранению нарушений уже приступили. Надеюсь, в пасхальную неделю люберчане это оценят сами и отмечу. К Великой Пасхе подготовка идет полным ходом и по другим направлениям. Предусмотрены дополнительные бесплатные автобусы по маршруту до Новолюберецкого кладбища. Во время религиозных праздников посетить кладбище смогут все желающие. Об этом сообщает портал РИАМа, ссылаясь на сотрудника управления транспорта и организации дорожного движения администрации округа. 8 и 15 апреля на маршруте номер 41 будут курсировать дополнительные автобусы большого класса. Начало работы в 8:00 от станции Люберцы, окончание в 16:00 от Новолюберецкого кладбища. Кроме того, 8 апреля добавятся 6 автобусов, проезд на которых будет на безвозмездной основе. А 15 апреля оплата проезда на дополнительном транспорте будет согласно установленному тарифу. В праздничные дни автобусы будут курсировать каждые 10 минут с 8 утра до 16:00. Лиза Игазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.